Здравствуйте всем, с вами Стокер. И сейчас я вам хочу показать и рассказать, как сделать кальян в домашних условиях. Кальян можно сделать практически из чего угодно. В данный момент у меня вот такая вот банка с такой вот крышкой, которая у нас закручивается вот. Также можно сделать кальян из бутылки пластиковой. Это самый легкий вариант. Посложнее будет из стеклянной бутылки. Нужно будет круглое отверстие пропиливать специальным сверлом. Ну а здесь можно, в принципе, и ножиком или чем-то еще. В обычной пластиковой бутылке легко ножницами прорезаешь. И это выйдет гораздо быстрее, нежели вы купите. Хотя самые маленькие кальяны у нас в Украине стоят, если бэушные, где-то 200 гривен. Новые где-то около 300. Большие до 1000 гривен доходят. Если вы не хотите, можете сделать сами кальян. На YouTube есть много различных вариантов, как сделать кальяны. Как вы сейчас видите, это из пластиковой бутылки. Вот это вот видим из бутылки под коньяка. Такие вот есть варианты. Когда я видел, я аж узнашался, что за варианты кальянов. Но как хотят, так и делают. Что нам нужно? Банка, бутылка, смотря с чего вы будете делать. Также какая-нибудь трубка. В данный момент у меня вот такая вот пластиковая гнущаяся трубка. Я уже заранее вот здесь вот обмотал скотчем. Это как мундштук. Ну а это вот закрывачка будет. Ну и вот такой вот маленький тоже отрезал. Можно сделать не обязательно из гнущейся. Большинство делают из какой-нибудь трубы. Ну а я решил сделать из такой. Что нам нужно? Для этого нам нужна будет бутылка. Пока она нам не нужна. Нам нужна будет крышка. В крышке проделываем отверстие. Вообще, как делаются кальяны из бутылки, а не банки? Если бутылка, ну, представим, что это бутылка, то вот здесь вот сбоку прорезается такая круглая дырочка, и сверху на крышке тоже прорезается маленькая дырочка. Сюда вставляется труба, ну, или как в данном случае у меня вот такая вот прозрачная. Ну, и наверх одевается специальная емкость, куда и вы кладете табак специальный для кальянов. Также еще присутствует такая вот тарелочка, ну, можно сделать ее такой вот крышкой. Но это если вы делаете из бутылки. Ну, а я делаю из банки. Отмечаем на крышке отверстие фломастером, ручкой, неважно чем. Потом это все дело вырезаем. Нам нужно посередине, это как раз и будет та часть, где будет крепиться та емкость, где будет насыпаться табак. А уже сама курительная трубочка будет сбоку, где-то вот здесь вот. Если вы делаете на две персоны, то у вас должна быть с противоположной стороны еще одна. Я делаю только для одного, значит у меня будет одна. Давайте наметим где-то примерно вот так. Закрутим и перерисуем. Проделал две дырки, не очень и хорошо, и эстетично. Одна вообще неровная, одна более-менее, но что ж поделать, делал первый раз, и более без инструментов, как получилось, так и получилось. Вот эту вставляем вот сюда. Давайте я откручу пока крышку, пробуем. Правда, сделал очень маленькую дырочку, можно было чуть побольше, но уже не хочу сейчас переделывать, главное вам показать, тем более один раз максимум одену, уже, наверное, ее снимать не буду. Ну вот она вот хорошо идет вроде, смотрим, сколько нужно. Думаю, так подойдет. Вставляем вот этот вот шланг вот сюда. Немного вот здесь вот дыру прорезал побольше. Вам это не снимал. Все-таки на камеру это не очень удобно. Потому что здесь все-таки толще я перематывал. Пришлось немного расширить дырку. Все нормально вставляется. И все хорошо ходит. Ну а теперь остается только добавить сюда воды, испытать. И еще. У меня нету пока табака для кальяна, поэтому я придумал использовать электронную сигарету. Почти я ее не парю, иногда, может быть, пару раз в месяц без никотина. И вообще, курение вредит. Не советую вам курить. Без никотина, в принципе, можно. На 90% все-таки это безопаснее, нежели сигарета. Если вы захотите кальян парить, неважно, самодельный или настоящий, пользуйтесь табаком без никотина. И возьму, продену, буду парить. А сейчас сначала я пойду воды. Воду уже налил, и давай попарю. Именно попарю, потому что буду использовать электронную сигарету. Электронную сигарету надо вставить вот сюда. Закручиваем. Добавил жидкости. Теперь попарю и скажу свой результат. Нажимаем кнопку.
Могу теперь сказать результат. Все-таки прикольно. Охлажденный вариант. На этом протестировать очень не получается. Надо покупать либо жидкости более дорогие, более качественные, либо покупать специальный табак для кальянов и на нем проверять. Кальян получился нормальный. Если табаком для кальяна, то думаю, будет вообще супер. Делайте такие кальяны, если у вас нету денег. Но если у вас есть деньги, то можете купить. Ну, в общем, все. А с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки, а также заходите на мой лайв канал, на мой канал Стокер Шоу, ну и смотрите меня здесь. Ну а с вами был Стокер, всем пока, до следующего видео. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта.